Всем доброго времени суток. В этом видеоролике я хочу с вами поговорить о болезнях на винограде. Вот сейчас я вам показываю листок, который был подвергнут заражению мильзию. Смотрите, вот такой вот белый налет с этой стороны, с лицевой стороны листа. Такие вот желтые пятна появляются. Переворачиваем наизнанку. Вот такой вот белый налет. Мильдью поражает весь листовой аппарат на кусту. И этот лист прекращает работать на фотосинтез. То бишь он становится бесполезен кусту. Просто берет на себя питание, но пользы кусту вообще не приносит. Как вы видите, вот этот вот куст, он больной, заболел. Его не обрабатывали. Вот такой вот результат необработки кустов. Так что, как вы видите, виноград нужно обрабатывать 100%, потому что виноград без обработок вам урожая хорошего не даст. Он будет болеть, будет угнетаться, и ничего хорошего с этого не будет. Видите, вот из-за мильдью пострадал урожай. В этом году урожая мы не получим на этом кусту, потому что мильдью и аидиум, смотрите, вот видите, грозди все поусыхали. Мильдью и аидиум — это довольно опасные болезни на винограднике. Если они начнут хорошо развиваться у вас на винограднике, с ними очень трудно бороться. Я даже скажу, что с ними практически невозможно избавиться от этих болезней и получить хороший урожай на кусту. В любом случае, если куст напали вот эти грибковые заболевания, вы урожая хорошего не получите и не увидите на своем винограднике. Поэтому вот эти вот две основных у нас болезни — это мильдью и аидиум. Два грибковых заболевания, которые самые больше распространенные на наших виноградниках. Сейчас я скажу, какими препаратами я борюсь с этими болезнями. Я не привязываю свое мнение вам, не говорю, чтобы вы тоже обязательно бросали все препараты и пользовались именно этими. Нет, ни в коем случае. Каждый подбирает препараты под себя, смотрит на результат. Так что смотрите сами. Я делюсь просто своим опытом. От мильдью я использую препарат под названием Redmil Gold. Для меня это самый-самый хороший препарат, который я знаю от мильдью. Он работает 100%. Главное, не купить подделку. Сейчас на наше время очень много подделок продают. Так что будьте аккуратны и смотрите, что написано на упаковках. Все, от мильдью использую Redmil Gold. Там на упаковке написано 50 миллиграмм на 10 литров воды, но я использую 25 миллиграмм на 10 литров воды. Я делаю профилактику. Я не лечу виноград, а делаю профилактику винограда. Заранее обрабатываю, чтобы болезни у меня на своем винограднике вообще не было. Этот куст — это не у меня на винограднике, я так показываю вам. Решил показать, рассказать, чтобы вы знали, были в курсе. От аидиума. Аидиум — это тоже грибковое заболевание. Оно похоже чем-то на мильдью, только оно вот такой вот налет похоже. Он появляется по всему листу. Снаружи, внутри листа, на гроздях появляется, покрывается таким белым налетом. Это аидиум. Если тоже вы прозевали с обработкой и на куст напал аидиум, то вряд ли вы что-то толковое получите с этого куста. От аидиума я использую
препараты, как Фалькон, очень хороший препарат, зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Тавиджет я использую, Топаз я использую. Вот эти вот препараты, которые, на мой взгляд, самые ходовые и очень хорошо борются с этими болезнями. Еще есть болезнь такая, как серая гниль. Серая, белая гниль. Этих гнилей разновидностей много. От этой болезни я пользуюсь свечом. Луна препарат очень хорошо помогает. Все, что хотел сказать, сказал, рассказал про препараты, про болезни. Все, если вам видеоролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, пишите в комментариях, буду с радостью на них отвечать. Подписывайтесь на мой канал, давайте поможем развить этот канал. Этот канал я создал для того, чтобы помогать начинающим виноградарям, хотя я и сам довольно начинающий виноградарь, только заложил у себя виноградник, но все-таки у меня какой-то опыт уже появляется, я уже довольно нормально изучил культуру, как виноград, эту культуру, очень нравится мне это дело, и буду вам показывать, рассказывать все, что знаю, познаю сам. Все, спасибо вам большое за развитие, всем удачи, пока.